Я Эдди Брок, и я репортер. Меня всегда интересовали исследования, на которые правительство закрывает глаза. Я обнаружил нечто ужасное. А потом меня... Эдди! Кто это сказал? Забрали. Посмотрите на мир вокруг себя. Что вы видите? Наша планета умирает. Человечество вот-вот исчезнет. Но если человек и симбиот объединятся, появится новая раса, новый вид. Высшая форма жизни. Что тебе от меня нужно? Скоро узнаешь. Мне очень жаль. Мы не должны вредить людям. Посмотри мне в глаза, Эдди. Мне кажется, мы можем делать все, что захотим. Договорились. Глаза, легкие, желудок. Как бы съел да некогда. У этой силы есть и свои плюсы. Ты не представляешь, как меня напугал сейчас. Эдди, помоги мне. И я сохраню тебе жизнь. Парни, вам это не понравится, поверьте. Великие свершения всегда требуют больших жертв. Потом сдерем твою морду прямо с черепка. Ты превратишься в безрукую, безногую, безглазую какашку, болтающуюся в канализации. Что ты такой? Мы Веном. О, какую-то заразу подцепил. Да. До завтра, миссис Чен.